Чайковского, дом 1. Вступил сигнал о порче деревьев. Сигнал подтверждается. Тут стояли, видимо, две липы. Сначала их опилили, но, видимо, решили, что этого мало. И теперь что, кто-то топором порубил кору? Сознательно, умышленно, порча деревьев. Будет у тебя деревья дальше жить или нет, я не знаю. Но вся кора порублена. Кто так делает? Наверное, местные жители, я не знаю. Вот такая ситуация нехорошая. Даю привязку по месту. Это самый первый дом Чайковского. Кто-то портит деревья. Сначала обкарнали, а потом решили вообще истребить деревья.